год. Ну и про осень еще. Осенняя тема, она такая. Ее никак не избежишь. Если она в тех местах, где она есть, она все время давит, а в тех местах, где ее нет, по ней все время скучаешь. Если так что-то не хватает зимой, летом, осенью, весной. Да-да-да. Эта песня тоже Григория Гольмана, называется она «Осенняя песня». В песне использована цитата из стихотворения Александра Дольского под названием «Вот я кончился месяц под номером 8». Вот только эта строчка взята, а дальше поэт развил свою мысль. Вот и окончился месяц под номером 8. Времени года единственном среднего рода. Доковылявшим до финишной ленты с трудом. Рыжая женщина та, что зовет себя осень. В плаще киалом и с видом довольно усталый. Молча заходит в свой вечный, но временный дом. Кот на диване, немытая следа посуда, пыль, беспорядок и куча из книг и тетрада, в школу еще не успевших собраться ребят. Спят безмятежно хозяева дома, покуда яркими снами, прощаясь и с ними, и с нами, лето уходит, как в отпуск уставший солдат. Но скоро будильник пронзительным голосом взвоет, кот замяучит и тут же за это получит. Кончится лето, но все это будет потом. Осень решила, что ей торопиться не стоит. Тихо вздохнула, легла на диван и уснула. Рыжая женщина рядышком с рыжим котом. Рыжая женщина рядышком с рыжим котом. Развеивать сейчас осеннее настроение.